Я какие-то странные видео постоянно снимаю, почему только с утра, когда мы идем гулять. Короче, вот сейчас на улице минус 14 градусов, по ощущениям минус 23. Пипец, я думаю, что я замерзну, как, не знаю, суслик. Так, на подоконнике у меня тут штанышки, моя кофточка. И сегодня хотим поиграть во дворе вот это вот... Фу. В чем она, Саша? Мне что, не помыли при переезде? Фоки-поки, Таффи. Таффи, доброе утро. Как твои глазки? Так, ну что? Ой, смотрите. Так, подожди, надо немножко потереть. Он грязный какой-то. Странно, я всегда в ванну. Ну, Таффи, о, смотри, это его любимая реальная игрушка. А где? Ой, Таффи, давай туда, туда. По снежку. По снежку. Как я склоняю. Таффи. Ой. Я вчера тут на телефон снимала, у меня села за меньше, чем за минуту. Ну неси сюда, давай, Таффи. Я тебе кину. Ну, Таффа, ну дай кинуть-то. Таффи, ну я по твоему следу пойду. Да хочешь же, чтобы кинула, вижу же. Ну давай, да ты мой сладкий. Ой, какой злой. Нет, Таффи нравится. По хайфу. Ауф. А, блин, ее же не так кидают, я забыла. Алей. Ну что? Ну Таффа. Не забудь, Таффи, покакать, пожалуйста. Смотрите, до сих пор несет. Все? Каки-каки сейчас будешь делать? Таффи. Ой, Саш, прости, пожалуйста. Я специально не бросила далеко, я прям вот назад бросила. Он просто тупанул. Саш просто чуть не навернулся. У нас тут скользко. Такое солнышко. Что там творится? Ух ты! Сашка, вот тут бы Таффа погулял. Вообще, тропа такая классная. Ой, а где? Я уж забыла про нее. Thank you.
Фух. Итак, 7 утра. Что у нас происходит на кухне? Та-дам! Санечка, я так хочу свалиться с сердца. Ладно, не буду. Короче, я решила сделать себе капучино. В итоге все это молоко оказалось на мне. Я, в общем, что сделала? Я решила попробовать взбить молоко вот здесь, вот, но я налила сюда горячее молоко. И как только начала трясти, это все взорвалось. И, во-первых, я вся в молоке, и наш прекрасный стол. Можешь холодненьким попробовать, Саша, сбить? Ой, Тафонька, с добрым утром. Жалко, что псу нельзя молоко, так бы он сейчас все слезал у нас тут. Такой, лиз. Блин, еще и кипяточком по лицу получила. Это ж вообще, блин, доброе утро. Дубль 2. Слушайте, ну лучше, чем френч пресс, у меня не получалось взбивать. Не, ну это фигня. Ну и что это? Так, ну что, это уже второй день, я на дорожке. И Тафочка, смотрю, тоже очень хочет походить. Хочешь, да? Таф, ты в прошлый раз не очень хотел. Таф, давай. Я только начала. Сейчас у нас, по-моему, 10 утра. Мы уже погуляли с Тафи. У нас там снежок идет. Вот. Вчера я позанималась чуть-чуть на этом тренажере. И вот на вот этом эллипсоиде покачала. Мышцы вот этим вот. Господи, как он называется-то, не помню. Вот. Ну, в общем, полдня потом не могла... А, нет, это уже через день. Через день. Потому что вчера я не могла ходить. У меня так ягодицы болели. Какой-то кошмар. Тафуля, ну иди сюда, морда моя сладкая. Мордяка. Короче, после спорта у меня слишком много сил, вот решила пропылесосить. Опа, опа, вот солнечный зайчик, Тафи, лови, лови быстрее. Боже мой. О, боже мой. И сейчас хочу ванну принять, вот она мне сейчас набирается потихонечку. Немножко полежу, отдохну. Тафик просто обожает, когда я пересошу. Ну, здрасте. Да, да. Увидел солнечного зайчика. По-моему, можно, знаете, как просто сделать? Сейчас. Как пускается-то, не соображу. Ну, здрасте, ну, солнышко, ну, только что было. А ну вылези обратно. Блин. О, Тафи, вон она. Тафи. Я что-то не соображаю, как пускать. Каким местом он пускается? Тафи, она тут. Ну все, короче, Тафи. Я пошла дальше пылесосить. Ё-моё, ну шо ж ты падаешь, ну? Ой.
Вот уже второй раз она падает. Ну ладно. Какая-то соль ливана с какими-то лепестками роз. Ну или чего-то там. Микс. Ой, что-то как-то вот так холодно, что ли. Ой-ой-ой, аж пар пошёл. Стоп. Найдись это. Ну, жопка. Ну, дай кину.